угол и груда камней наверху. Землетрясение странная штука. Оно взяло и все камни в кучку свалило. В кучку и в горку такую, нехилую. Это одно из самых странных землетрясений. После Памуккале, которое еще и расплавило колонны, это землетрясение у меня самое странное. Это землетрясение еще и проемы заделало все. Ну, не все, то многие. Стихия. Да, так строили и земля, ну, и так трясли, видимо. Загадка века. Зачем такие углы делать? Вот. Это тоже муку молоть. Просто забыли сказать об этом. Да? А между тем, это техническое сооружение. Явно. Если послушать Ишкардина, то понятно, зачем это. И везде следы заливки. Везде. Странное землетрясение. Верхушки сносит. Основание оставляет целыми. Ну, без китайцев никуда. Нихао. Ну, посмотрим. Вот здесь классное место силы. Прям очень хорошая энергия. Очень хорошая. О, примитивные наши предки. Вот что за землетрясение, которое могло просто вот это вот сломать, как спичку? Просто как спичку сломали. И подозреваю вот это следы оплавления. О, коптер. Ох ты, какие красивые узорчики-то. Супер. И вот они. Сколько усилий нужно на эту красоту? Да, 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 узор какой-то. О, мужик снимает. Надеюсь, это появится на Ютубе. И мы это увидим. А вот это явно не современное. Выступ, ну, не современный. Но его же зачем-то сделали. И что-то здесь было, и цель-то была какая-то весьма определенная. Поставить что-то. Чтобы был генератор чего-то. Или это все-таки мои фантазии. Вот, а у крепости, оказывается, еще вторая линия была. Обороны или непонятно чего. Тоже хочу коптер. Когда-нибудь разбогатеем, да, Мона? Да. На коптер. Или попросить все-таки подписчиков скинуться на коптер. Высоко-высоко. Вон там коптер жужжит. Вот это да. Вот это вот чудо. Какое тут, как он здесь очутился-то? Куда бежать?
Поздно. Вот, вот следы заливки. Вот неведомая хрень. Как пальцем. И вот то же самое, алтарь. Но без вариантов. Маленькая церковь и алтарь. Причем отделено. Причем, судя по размеру, тут двухлетний ребенок молился. Ни меньше, ни больше. Ну вот не может быть ничего иного. Это плиты не новые. А вот горшки с чем-то. Вот заливка, вот горшки с чем-то. Тут что-то хранилось, вопрос что. Либо просто какие-то сооружения. Ну, это можно и без заливки. О. Да. Очень странное землетрясение. Прям очень. Землетрясение, которое наверху оставило вот, вот это вот. Да что ж ты так жужжишь-то там? Кто такой шумный там? Наверное, китайцы. Ух ты, смотри, какая труба осталась. Вон. Прямо над. Да, я вижу. Вытяжка, наверное. Не иначе. С вентиляцией проблемы были. Да, идет, видишь, я туда пошел второй ветер. Ну, первое силовое поле, второе. Вот, смотри. Что это за печка? Классно. Да. Да, очень мощная энергия. Как всегда и как везде. Монолит, арки, сооружения, которые, ну, не для людей, слишком низкие, либо слишком высокие. Вот он. Это что, механическая обработка? Срезали вот так. Это сделано из очень-очень твердого кристалла. Это как обрубили. Странно. Сауна. Какая-то сауна. Странно. Не видно, наверное, ни хрена. Потом покажу. Что здесь было? Стоит только угадывать. Ну, вот смотри, какая красота там. Море. Ну, там море, да. На море мы сейчас пойдем. А вот посмотри. Сейчас. Вот это? Сейчас. Да, тут вот такой заливки полно. Причем другого цвета она часто. Вот старый камень. Вот старый камень. Ой, запах какой классный. И вот. Здесь был какой-то проход непонятный. Я там еще видел. Ну вот что-то похожее, смотри. Вот для чего такие массивные объемы для хранения чего? Ну не зерна, не водки же, в конце концов. Вот это заливка.
Вот, наверное, на этом все и заканчивается. Так, верхушка снесена. Какое землетрясение может снести верхушку начисто просто и унести за километры? Чтобы никаких следов не осталось. И после какого землетрясения приходят люди снова и закрывают камнями, закрывают окна? Никакого. Это было первое повреждение. О, круто. Это уже вот восстановили потом по новым технологиям. Такой я в Москве видел. Из полосок каменных. Вот это было первое повреждение, потом вот восстановили второе. Как могли и чем могли. И второе, вторая бомбежка снесла все начисто. Вместе с верхушкой. Просто испарила верхушки. Зачастую. Взрывной волной унесло все. Очень далеко. Какой-то. А люди ходят, как будто так и надо. Ну, следы обработки, ну фигня. Ух ты ж, туда пойдем или лень? Пойдем. Да, неизвестно, когда мы еще будем тут. Да. А мы пропустим. Вот оно. Ровные углы, вот следы заливки. Вот камни прекрасно держатся и без краеугольных камней. Но зачем-то ставят вот такие вот. Вот это может быть похоже на землетрясение. Тряхануло и все. Но вот это вот не землетрясение. Это кусок стены, был какой-то удар, его скинули как ровно. Это была взрывная волна. Ух ты ж. Ну вот. Очередной заложенный проем. И все. Коих много. Вот мы и дошли до еще одной загадки. До еще одного уголка. Вот еще одна мукомольня. Тут же тоже муку мололи. Это ж вовсе не генератор был на следующей башне. Вот она тут. По углам. Вспомогательный генератор и один основной. Вот тут сверху стояла некая спираль, как я ее вижу. Я не знаю, что это, но похоже на катушку. А внутри была красная ртуть. И оно создавало вихрь, и потом эта энергия направлялась вовне. Ну вот новодел достроили, а вот эти стены старые. И вот интересная тут лесенка из красных камешков. Очень хорошие кристаллы. Вот эти вот красненькие. Они очень прочные, прямо звенят. Да. Пойдем на это. Посмотрим. Вот. Это вкопанная вниз хрень. Исключительно, чтобы молоть зерно. Вот без вариантов. Я не знаю, сколько нужно зерна съесть всем тем людям, которые в течение нескольких жизней, наверное, это делали. Потому что одному человеку это вряд ли можно сделать. Я даже не знаю, чем. И, видимо, питался он не хлебом, а только зерном, потому что муки-то не было по официальной версии. У кого еще какие версии будут? Варианты, что это за хрень? А вид, да, потрясающий.
Вот что это за хрень? Это явно старая. Это явно не печка. Вот интересно, что в ней внутри. Ну, если не некий механизм, не часть механизма, то что это? О, много разных людей с камерами. Вот эти вот ребрами. Да, это они именно из красного камня. Из красного камня сделаны такие штуки. Из такого другого, только красного. То есть нужно держать вибрации. Это не ступеньки, это сделано волнами, каскад, чтобы передавать энергию и вибрации. Ну вот, вот оно. Вот это вот было еще одной башней. Ну это хрень, это новодел. Вот оно. И вот это было тоже разрушено, потому что луч шел вот оттуда выше. Довольно большая крепость, так называемая. Я не представляю, по каким причинам люди могли здесь перестать жить. И если здесь была вода, ну раз был акведук, то и вода. Ну вот заливка. Clock Tower. Ну конечно же. Часы. Это чтобы люди, у кого есть бинокль в долине, могли смотреть сколько времени. Потому что без бинокля это увидеть невозможно. Но поскольку здесь есть купол, свод, то, наверное, это для того, чтобы помолиться. 752 год, еще здесь были якобы люди. Да. Южные ворота, 11-15 век. Ну, конечно же. А это откуда дырдочки? Ага. А вот здесь, наверное, монахи-отшельники жили. Или часовых дел мастера, которые подводили часы отстающие. Ну, без вариантов. Да? Красиво. И тоже камешки такие же. Розовые кристаллы. Энергия вообще супер. Классная. Камешки из силы. И вот камешек розовый из силы такой же. А вот мы внутри стены. И тут вот такая вот интересная вещь. Это, видимо, чтобы стрелять в двух направлениях по официальной версии. Вот это вот те самые. Вот они. Ну вот внутри как бы мало что интересного осталось. Мало что интересного. Тоже окна заделанные. Заделанные окна. Везде. И часто вот эти вот, да, бойницы со щелями в два места. Параллельные щели. Параллельные. А их полно.
Ну вот, мы уже почти к выходу подошли. Надо же. Удивительно. В хозяйстве пригодится. И вот это вот. Это тоже, видимо, с мукомольни натащили. Я чуть не наступил на черепашку. Как она здесь живет? Это дух этого места, да? Черепашка. Просто ползает, пить хочет. Ну ладно. Добра всем на сегодня достаточно. Ку-ку. Вот. Вот так это выглядит снаружи. Девять секунд, 10 секунд. 1 минута осталась. Вот так вход. Ну что, прогулялись? Всем добра. На этом запись заканчивается. Память тоже заканчивается в камере. Ну, как-нибудь, я уверен, мы здесь еще побываем. Потому что мы не все облазили. Добра!